Ну, ребята, ну будьте живи. О, привет, Игорь. Что ты делаешь? Мам, мне снова такие злые люди, ну будьте жить. Дядя Игорь, что ты делаешь? О, привет, Луи Виттон. Бля, прости. Витя, мы собираемся уходить. Да пиздуйте нахуй отсюда. Витя идет. Вот туда было больно. Ну вылазь, короче, тогда, если что. Бля, извини. Дай я тебе руку попащу. Привет. Че? Блять, ну мы гомогеи, нахуй. Да, всем привет. Привет, Даня. Витя, ну твой самый лучший ракурс нашел. Да, чувак, я очень круто смотрю, что типа когда вот так все. Есть смотрите, долбоёб, блядь, разли хуйню, блядь. Нахуй это сделали? Нахуй один, нахуй второй, это блядь, третий, тот четвёртый, стал, пятый, блядь, пизда, ну. Типа нахуй, о, вот. Ну, я не знаю, чувак, вот, типа, я сидел дома два дня, я хочу выйти, пройтись чуть-чуть. Спасибо, Дань, ты тоже красивый. Это бонус написано. Да смотришь, это отвратительно. Потому что я мало кому отвечаю в директе, потому что у меня нет инстаграма на моем телефоне. Соси хуй, блядь, ты дебил, нахуй. Два дебила, блядь. И я, короче, скоро буду в Одессе, ребят. Можем устроить фанатскую встречу. Можем встретиться, я дам автографы всем, там, на сисечках распишу, все, что хотите. Вообще, в Одессу как приеду, по-любому. А сейчас где, Витя, ты? Я сейчас не в Одессе. Ты в Москве? Чувак, я в Нью-Йорке, мирок, дрянь, причем носок. Да не хочу. Совместная встреча с Петей. Да, чувак, будем Петя, будет Петя продавать, короче, свои фильмы, ноты, а я буду продавать шмотки. Вот я об этом просил. Что, ебать? Уходи! Ты уходи, нахуй, ты уходи, блядь. Ну, вали отсюда, нахуй. Что? Где Паша Бумча? Пацаны, где Паша Бумча, да? Бля, я... Паш, тебе привет от Кирюхи, и короче. И Ваня... Да они уже, блядь, по-моему, в ДНР, нахуй, своем ебаном. А, он там? Блядь, гомогейские драки идут у пацанов. Йо, Паша, мы тебя ждем в Одессе, маме. А поедем с тобой на Луи Виттон Каирова, на Нальчик, хавать.